Всем привет! Сегодня у нас, что у нас за день недели? Кажется, среда. Завтра четверг, выходной в Германии. Я сейчас сама, Дима уехал по делам, дети в школе. Сейчас пойду их забирать. Сегодня у них уроки до 11:45. Решила показать. Так, я тут все прибралась так немножко. Это я мусор выставила. Сейчас пойду за детьми в школу. Как раз выкину. Наварила я сегодня компотик вчера с клубники, абрикосом и яблоки. Это наш борщ еще вчерашний. Поставила тесто, буду блины делать. Сейчас пойду за детками, приду и блины. Картошки начистила нам. Буду пюрешку делать с рыбой. Что у меня тут? Белье сохнет. Короче, такие дела. Сейчас пойду уже за детьми схожу. Сегодня у них уроки до 11:45. И придем домой кушать. Привет. Мама, куда мы сейчас идем? Привет. Все, закончились уроки? Да, куда мы сейчас идем? Домой. Мама. Как сегодня в школе прошли? Нормально. Почему папа на машине не приехал? Ну так. Сережа, а как день прошел? Плохо. Плохо? Да, нахожусь. А у тебя? Завтра, кстати, сказали выходной. Да, а послезавтра? Послезавтра надо идти в школу. А, хорошо. Ну, рассказывай, в школу завтра идете? Ну, мам, почему мы завтра не пойдем в школу? Представляете, дети хотят идти завтра в школу, а завтра выходной день в школе. Мама, а что-то пикает там. Ой, не знаю. Все, я уже поставила сковороду. Мне уже тесто подошло, это будут блины именно. И вот с таким вот будем вареньем. Это Я не вишня. хочу с таким И вот, не знаю, тут ежи, вот, не знаю, черника и малина, наверное, вот такое еще. Да? Завтра в школу не идем, будем плакать. Я хочу в школу. Настя хочет в школу. А мы Привет. знаем, что... Да. А, ладно, я не буду. Нельзя на бумаге. Сегодня воскресенье. Самокат. Мы решили пойти... Как это сказать, на ярмарку, да, приехали прям с аттракционами, там колесо обозрения, и столько много аттракционов, там сладкая вата, так интересно, весело. Кстати, в пятницу даже был на там же праздник, куда мы сейчас едем, там салюты были, притом очень долго, наверное, минут, ну, 10 точно. Так что мы сейчас туда едем смотреть, что там есть интересного. Детиши. Что вы делаете? Вот, смотри. Сережка все равно быстрее бежит. Да? Мы уже в автобусе. Сели в автобус в какой-то Штеркраде, но не Штеркраде, не ты. Посмотрели, что нам надо будет пересаживаться. Это мы доезжаем сейчас до центра, до нашего торгового центра, который рядом, получается, там, ну, одна остановка. Кому-то нужна остановка. Когда просят остановку, загорается Вагенхаль. Ну, это вот сюда, вот на стоп. Да, это на стоп. Только не нажимай. Вот такой вот автобус вообще пустой у нас. Там еще остановки написано какие. Кукусики. Настюш, кукусики. Ку-ку. Ку-ку. А вот здесь у нас арена. И здесь варенье, да, тут какие-то, наверное, концерты, да, там очередя постоянно в эту арену. И вот же мы проехали центру. А кафешки, кстати, в воскресенье в центру видишь открытые, да? Угу. Вот тут вот мы никогда не шли вот сюда, вот люди идут сюда. Хотя я не вижу, куда сюда идти. Может, тот парк? Да нет, мне кажется, это какой-то японский ресторан. А? Мне кажется, это У нас только что в автобусе был прикол. Мы стоим, а нажали, что нам нужна остановка, а водитель просто не открыл двери. Мы ехали, короче, лишнюю остановку и теперь шли пешком еще. Вот мы уже доходим. Будем сейчас смотреть, что тут интересного. Пошли туда же! Вы же не хотели идти сюда. Держишь? Да. Мы же не хотели сюда идти. Пошлите туда до конца, дойдем. Такая тут красота. Не знаю, давайте все смотреть. 2,50, что-то полтора, три, пять.
Ой, смотрите, фрукты в шоколаде, кстати. Фрукты в шоколаде, да? Ой, смотрите, это какие-то колбаски, да, там? А что тут? Стейки какие-то жарят. Сосиска в тесте. Сейчас, Сереж, можем ли сосиску в тесте взять? Куда там это поднимают? Очень высоко, да. Представляешь, как они там уже просто от ужаса. Папа, я бы уже бы. Так, это что у нас? С нутеллой, наверное, а блинчики с нутеллой. Так, тут кто-то стреляет. А вы не хотите? Einsetzen bitte, bevor wir jetzt Einsatz für den Sieger. Смотрите, сколько. Что это такое? Интересно, там кто-то выигрывает? Это не виноград. Это виноград. Виноград? Думаешь, в каком-то сиропе. Настя, вкусно? Ну, да. Такая вот чумчика. Дима, это вишня таким? Вкусно? Смотрите, на какой мы зашли. На какой, на какой колбасине. Martin Quadrat ist hier los. Du schaffst das? Na komm, die letzte Runde hier. Ужас! Что ты там видел? Можно дальше ангуку сделать. Знаешь, что это что делать? Мы дошли до колеса обозрения. Такое оно большое. И мы тут увидели, что тут есть живой олененок. Думаешь, ему отрубили голову? Может. Может, его туловище где-то внутри, Настя? Не достанешь?
еще и моргает, да? И песня.